Снова здравствуйте, мы снова в эфире, и у нас в гостях Александр Миланченко, и он привез нам новости из Донбасса. Александр, ну давайте поговорим о том, что на самом деле происходит. Вы сказали вот сейчас до эфира, что нужно забывать термин Донбасс и говорить Донеччина. Почему это вдруг? Ну, потому что, понимаете, Донбасс это значит вот что-то, ну как прошлое, да? Нам нужно говорить уже новыми категориями. Донеччина это что-то новое, да? Донеччина это все-таки ближе к Украине. Мы должны уходить вот от этих слов, которые... Ну, давным-давно нам навязал там русский мир, да? Вот есть русский мир, и он привык, вот есть Донбасс, Донбасс порожняк не уйдет и так дальше. А есть еще Донеччина, Донеччина, которая была до Донбасса. Вот нам нужно вернуть ту Донеччину, которая была до Донбасса. Донеччина, которая размовляла украинской мовы, Донеччина, которая, которой был дух украинства, да? А потом, так сказать, в Донбасс стали свозить людей со всей страны, добывать уголь. Добывать уголь, работать там на больших промышленных предприятиях, стали выбивать из нас вот дух украинства и так дальше. И вот получился тот Донбасс, да, вот такой промышленный центр, который ничейный. Ни русский, ни украинский, ни английский. Англичане же развивали наш Донбасс или Донеччину, развивали там англичане, французы, немцы. Вообще в Украине самая европейская часть – это наша Донеччина, потому что не было бы европейцев, не было бы Донеччины. Там ЮС, там немцы развивали, там французы, там бельгийцы. Мой город Константиновка, это полностью бельгийцы развивали. И когда-то, вы же понимаете, у нас все время там канализация рвут и так дальше. И вот года где-то 4, ну до войны полезли в канализацию ремонтировать, а там она квадратная. Бельгийская еще идет труба с бельгийских времен. Ну, бельгийских времен, Донеччины, там эта труба канализационная, все были очень удивлены, но они есть, и стоят еще те дома, которые строили по существу бельгийцы, иностранцы, европейцы. То есть Донеччина – это самый европейский край нашей Украины. Вот так. Ну, и космополитичный, в хорошем смысле этого слова, всегда был, правда? Конечно, конечно, космополитичный, потому что, опять же, туда съезжались все люди, кто хотели заработать. Потому что, ну, давайте скажем так, и в селе, и там, ну, труднее заработать, чем была промышленность. Это было, знаете, как развитие, это был взрыв такой, такой взрыв новой звезды. Вот такой звезды, там, когда-то в большой России, а потом в Украине, все равно это был мегавзрыв. И вот в этот мегавзрыв все люди стремились, все знали, что там всегда можно найти работу. Все знали, что там можно спрятаться. Вот мой дедушка туда приехал, прибежал, да, ну, как сказать, и бабушка, да? Бабушка моя была, ее сослали, она была полька. Ее как жену польского офицера сослали в Казахстан. И им некуда было возвращаться после Казахстана. После Казахстана, ну, куда? Разрешено было вернуться там, в Донеччину, в Донбасс, да? Там еще некоторые такие места. А в определенные места нельзя было появляться ссыльным. Ну, мы это знаем из истории. Точно так же мой дедушка, он когда-то бежал из Ирана. Он ассириец, они бежали, их там вырезали. Вот все говорят, что вырезали армян, да? А кроме геноцида армян в Турции, был еще очень огромный геноцид ассирийцев. Просто ассирийцы не так об этом рассказывают. Он точно так же, они бежали там. Ну, скажем так, русские нас предали очень давно. Когда-то русские пообещали ассирийцам, что мы вас поддержим, вы только против турка выступите. Люди вышли, ну, взяли оружие, выступили против турков, а русские просто наблюдали, как была резня между турками и христианами. Скажем, это дела давно минувших дней, но вот... Многих предков вырезали, но они их там как детей вывезли там чуть-чуть сюда, ближе в Россию, ближе к христианам. И опять же, где им тогда разрешили разместиться? В Донеччине. Они приехали в Донеччину, и здесь он работал, мой дедушка, сейчас скажу, работал шофером, а его обвинили в том, что он готовил убийство Кирова. Но я думаю, что он особо и русского-то, ну, вы же понимаете, не знал, там украинского. Он не знал, кто такой Киров, но он готовил, так как он английский разведчик, да, рано, значит, все, английский шпион, и отправили в Казахстан. Ну, если бы он был настоящим шпионом, может, расстреляли бы, или кому-то мешало так, просто осваивал целину, еще до комсомольцев. Вот сейчас такое время, вот на Донбассе, время выборов, больших выборов, разных волн выборов. Вот что сейчас происходит вот в этой прифронтовой зоне? Потому что мы неоднократно говорили здесь в студии, что сложная там экономическая ситуация, подтвердите или опровергните. Что много людей уезжают оттуда точно так же, как из Украины, но в два раза больше, потому что вообще бесперспективно. Некоторые эксперты говорили, что это трагедия, потому что
потом уже это не поднять. То есть если все рухнет, потом сложно будет поднимать. С другой стороны, есть там, я не знаю, история там Мариуполя, где более-менее все там выглядит более оптимистично. Вот вы сейчас улыбнулись, интересно, почему. Вот что сейчас происходит на Донбассе? И как люди, которые остались на родине в Украине, относятся к людям, которые остались на оккупированной территории? Там же постоянно происходит какое-то движение, обмен. Какие чувства, впечатления, какие новости с оккупированной территории? Вот вы нам все это рассказываете, мы хотим почувствовать это. Вот если можете, почувствовать. Ну, давайте скажем так, что сегодня нас искусственно разделили, да, на две части. Оккупированная и неоккупированная территория. И вот здесь у тех, кто живет не на оккупированной территории, вот двойное чувство к тем людям, которые находятся там. Да? Мы их, с одной стороны, жалеем. Ну, вот знаете, все в нашем амбивалентно. Мы их жалеем. Нам их жалко. Нам хочется им помочь. Мы понимаем, что там очень сложно. И в то же время я вижу вот обывательское отношение, когда те люди приезжают к нам, да, тут же идет обывательское. Мы им повышаем цену на то, чтобы они переночевали у нас. Мы им повышаем цену, чтобы наши перевозчики их перевезли. То есть мы пытаемся сразу сходу на них заработать. И тут же находим оправдание. Вы знаете, они получают две пенсии, там, две социальных пособия у них есть, и мы на них должны заработать. То есть мы их не любим, когда они приезжают за нашими продуктами, стоят в очереди, да, чуть-чуть повышаются цены из-за этого. А есть очереди, да, за продуктами? Ну, скажем, не очереди за продуктами. Понимаете, там, где приезжают... Все-таки с той территории люди пытаются купить наши продукты. Они более качественные, более хорошие, более дешевые по сравнению с тем, что там есть. Да, продукты уже сравнялись с ценой на той и на этой территории. Но качество несравнимо. Да? То есть мы видим, нам показывают колбаса и у них, и у нас одинаково, но та колбаса из полиэтилена, а у нас все-таки из более-менее нормальных продуктов. И вот есть вот такое все равно тертя. Да? Вот тот человек, которого мы не видим, который не стоит перед тобой за той же пенсией, да, социальные какие-то организации, мы его любим, да, как только он перед тобой стоит в социальной организации, все, мы его не любим, он занял нашу территорию, он стоит возле нашего банкомата, они опустошили банкомат, они еще что-нибудь. И вот здесь необходимо, каким-то образом, я бы все-таки выделил бы специально для тех, кто приезжает сюда, да, они приезжают за пенсией, да, это пенсионный туризм, мы не замечаем, мы помогаем, как бы там ни было, но я сделал бы дополнительные какие-то места, чтобы они, не стояли в очереди, в общей очереди с нами, да, ну, вот смотрите, допустим, нагрузка на ту же пенсионные организации того же Бахмута намного выше. Нужно бахмутчана обслужить и тех, кто приезжает с той территории. Поэтому необходимо добавить какие-то там, я не знаю, окошки, дополнительное количество людей, потому что они же еще, мы не должны прятать голову в песок, мы обслуживаем еще практически ту территорию. Огромное количество людей, которые приезжают с той территории за пенсии. Другой вопрос, что уже сегодня прошло уже 5 лет, да, 5 лет между нами граница. Ездят за пенсию тех, кто получили пенсию 5 лет назад. Но мы должны думать, а что мы будем делать, если вот это так называемый холодный мир продлится 10, 20, 30 лет. Будем ли мы выдавать пенсию через 30 лет, через 20 лет, через 10 лет, может быть, через 5 лет, да? Потому что, чтобы здесь пенсию получить, человеку нужно получить уже по новой пенсионной системе определенный стаж работы. А тем, какому мы будем выдавать пенсию, уже ж прошло, грубо говоря, 5 лет. Человек 5 лет не платил никаких взносов в пенсионную нашу систему. Мы будем ли мы дальше платить пенсию тем людям? Готовы мы к этому? Поэтому нужно начинать эту дискуссию уже сегодня. Те же социальные подходы. Будем ли мы это делать? Все, на все эти вопросы должна искать. Вот у нас есть МНТОД, да? Министерство по оккупированным территориям. Они сегодня должны быть вот той интеллектуальной силой, которая должны разрабатывать все эти там, искать ответы на эти вопросы. Они должны взаимодействовать с Верховной Радой. Верховная Рада должна взаимодействовать, и не кроме Верховной Рады, но еще Министерством иностранных дел. Мы должны все сплести в один большой клубок, а этого всего нет. Ну, нету его сегодня, да. Мы сегодня не ищем ответа. Мы сегодня не ищем ответа на вот эти вопросы. Еще в 2014 году я встречался с замминистра вот такого МНТОДа Грузии. И тогда я совершенно по-другому взглянул на подходы грузинские. Грузины взаимодействуют с теми территориями, и вот это взаимодействие у них на уровне практически, как у нас СБУ, да, секретно. Они говорили, у нас даже Саакашвили не знал то, что мы делаем практически. И когда мы вернемся туда, нас будут встречать с цветами. Потому что грузины делают там операции, грузины делают, своим же грузинам, там, абхазам и так дальше, помогают. Но это все происходит на достаточно вот таком скрытом уровне. На этом никто не пиарится в Грузии практически. Почему? Потому что есть вот
знаете, когда я живу здесь, у меня большие проблемы, а тут приезжает кто-то с той стороны, забирает мои деньги, забирает мои продукты, еще на этом зарабатывает, ну, как кажется всем. Хотя люди там выживают, не зарабатывают. Ну, и вот все равно на бытовом уровне все равно начинаются какие-то нюансы. И, знаете, вот эта вот непонятка, которая происходит. Мы любим русский мир, а еще такие есть на нашей территории, да? Но мы не любим тех людей, которые приезжают сюда. И вот это вот непонятка, ее необходимо каким-то образом сглаживать, но мы ее отправляем на другой, ну, на другой план. Второй момент, который мы совершенно не изучаем, это о том, как реинтеграция территории, в которой мы же тоже были, ну не мы, другие там близкие люди, которые находились на оккупированной территории до того, как освободили. Да, оккупация была маленькая, там 3-4-5 месяцев. Это, скажем так, небольшой срок, но все равно опыт никто не изучает. Мы едем изучать в Хорватию опыт, мы едем во всем мире изучать опыт, но никто не изучает опыт, а как произошла реинтеграция здесь. Мы стараемся быть добренькими, мы не стараемся взаимодействовать с той территорией, на уровне прагматизма и так дальше, мы стараемся быть добренькими. С той территории, а мы вас всех быстренько научим в институтах. Да? И получается, что мы здесь людей учим, они потом все равно возвращаются туда. Мы должны понимать, если мы взяли студента оттуда, с той территории, мы должны понимать, ну хотя бы процентов на 80, где он потом останется здесь. Или если он поедет туда, что он будет делать там, и насколько вот эта связь с Украиной должна быть. Ну, не просто так. Мы научили и отдали специалиста для той территории, там, для России, еще для кого-нибудь. Мы четко должны понимать, что этот человек какую принесет пользу вообще Украине. Да, не все. Да, это будет не 100%. Но понимание такое должно быть. Когда я, у меня в этом году поступал сын, и когда я вижу, что с той территории все-таки льгот намного больше, чем нашим, ну, которые живут в Украине, в той же зоне АТО, ну, опять же, тут у меня уже как у отца, то, что я говорил, как я это осуждал, но вот я на бытовом уровне тут же, да, вот тут у меня по-другому, да, почему мой сын не должен поступить, а там какие-то льготы и так дальше и тому подобное, но я должен реально понимать, что мы с той стороны должны вытянуть самых талантливых людей, самых талантливых детей, ну, вытаскивать оттуда, потому что они нужны здесь, они нужны в Украине. С другой стороны, и опустошать ту территорию невозможно. Мы туда обязательно придем. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. И вот та реинтеграция должна уже начаться сегодня. Взаимодействовать. Это не телевизор. Когда говорят, там не видят украинского телевидения, поэтому они там зазомбированы. Это одна из ключевых один из ключевых аргументов. Это глупости. Давайте скажем так. Кто хочет смотреть украинского телевидения, он тут видит. Я думаю, вашу передачу они все без проблем могут посмотреть по интернету. Другой вопрос, что они не хотят ее смотреть. Другой вопрос, что люди не включают эту передачу. Другой вопрос, что люди не слышат. Ну, не хотят этого слышать, это уже второй вопрос, и это не этим не переубедить. Но целенаправленно ту территорию, значит, мы должны делать именно телевидение для той территории, мы должны делать радио для той территории, мы должны изучать слушателя с той территории, понимать, что ему интересно. Не просто вот огульно, мы рассказываем для всей Украины и так дальше. Вы вспомните, во время Советского Союза там была «Радио Свобода», там «Немецкая волна», там, не знаю, там «Голос Америки». Они были направлены, целенаправлены на аудиторию всего Советского Союза. А еще дальше было направлено на аудиторию именно Украины, направлено на аудиторию Прибалтики, направлено на аудиторию Белоруссии. То есть изучался слушатель, и под этого слушателя, ну, давалась определенная передача. А мы же считаем, что мы включим радио там, и вот то, ну, включим вот наши Порошенко, Тимошенко там и все остальное, вот эту войну, да, между, ну, между политиками, и они сразу, им все понравится и так дальше. То есть нецеленаправленной, именно подготовленной работы, ну, вот туда. Это дорого. Это должны работать специалисты. Это должны работать там психологи, социологи, политологи. Это огромнейшие штаты, это очень дорого. А мы хотим за 2 копейки, вот раз включили там радио, они услышали украинские новости, все, ой-ой-ой, все, они стали украинцами. Или там полюбили Украину. Нет, это целенаправленная работа. Это не врать, особенно на ту территорию. Находить те моменты правдивые, да, вот, которые нужно им рассказать, от которых они там прячутся. А мы говорим им правду, может быть, где-то не договариваем. Это и есть пропаганда. Вот Россия, что делает Россия? Она берет какой-то факт и обсасывает его, да, в том ключе, в котором есть. Почему мы этого не делаем? Почему мы не пытаемся говорить, вот точечно работать вот, вот с той территории? Ну, не пытаемся, и значит, не пытаемся. Значит, это нам не надо. Другой вопрос, что когда мы туда придем, у нас будет очень много, масса огромная проблем, да. Это и разминирование, и так дальше. Это очень-очень дорого. Я не представляю, как Украина это потянет. Рассказывая о том, что Европа тут же, или там Америка, или еще кто-то нам вытащит с кармана там 20 миллиардов на разминирование долларов. Ну, ну,
ну, это выглядит красиво, но я в это не верю. Они не дают сегодня, мы воюем сегодня с Россией, мы находимся, грубо говоря, на передовой, мы по существу защищаем передовые рубежи, и в то же время мы не видим такой огромнейшей помощи хотя бы для наших вооруженных сил. Те 150 джавелинов, или сколько их там, 300, 800, 1000 джавелинов, но они все равно не решают той огромнейшей проблемы, которая есть. Скажем так, я вспоминаю, когда Афганистан воевал с Советским Союзом, мне кажется, немножко тем горным братьям помогали намного больше. Намного больше и в военном плане, и так дальше. И здесь, я думаю, не дорабатывать все-таки наше Министерство иностранных дел и так дальше. Мы не сможем, у нас не получается донести до них, что мы воюем с Россией, что мы по-настоящему воюем с Россией. А как мы можем до них донести, да, если США вводит санкции против Медведчука в апреле 2014 года, а у нас он уважаемый человек. Ну как, я не представляю, вот я приезжаю на переговоры с США, говорю, вы знаете, мы воюем с Россией, нам нужно помочь. США смотрят на нас с большими глазами, говорят, подождите, у вас Медведчук за главного переговорщика, вы ему директивы даете, да, президент дает директивы на переговоры с Путиным, ну не с Путиным, там, с российскими представителями, вы даете, президент дает директивы, и то есть... Наша переговорная группа идет, а иностранцы, ну то есть наши враги уже знают наши директивы. Ну о каких переговорах может идти речь? Ребят, ну это немножечко смешно. И я думаю, что иностранцы не до конца понимают всю сложность ситуации, в которую мы попали. Иностранцы не могут понять, чем нам, ну по-настоящему, чем нам помочь. Потому что с одной стороны вы воюете, с другой стороны вы торгуете, с третьей стороны вы их посылаете куда-то и тут же обнимаетесь и так дальше. И вот это вот непонятно. Для иностранцев, она не дает возможности где-то квалифицированно помочь. И плюс Украина, к сожалению, находится на первом месте там, в информационном пространстве. Она не находится на первом месте в проблемах мира. Да? У нас получается какая-то Сирия намного важнее для всего мира, чем огромнейшая Украина с 40-миллионным населением, богатая, красивая, обалденная. И мы, как бы, получается, никому не нужны. Вот, ну, такое ощущение. Я вам говорю, ощущение именно провинциального, да, я не знаю, как у вас здесь в Киеве, да, вот эти ощущения, но вот мы вот эти провинциальные вот эти ощущения, они очень важны, потому что мы с провинции привозим настоящее ощущение Украины, да, потому что все привыкли, что революция делается в Киеве, выборы делаются в Киеве и так дальше. Вот у нас так проходит слух о том, что у нас собирают людей, чтобы они приезжали сюда и за деньги голосовали не в Киеве за Порошенко. Ну, будут брать людей. Я прекрасно понимаю, для чего делает этот, ну, команда власти, если это правда. Я пока не могу сказать, что это неправда. Ну, правда, неправда, потому что я это слышал, об этом рассказали. Та власть, если это делает, она должна понимать, что мы друг с другом общаемся. Мы через 5 минут знаем, что они будут делать, как они будут делать и что. Ну, то есть, это не скрыто. Ну, это ничего уже не утаишь. Другой вопрос, знаете, как все говорят, а ты докажи, а ты сними, а ты сфотографируй. Зачем? Мне главное в душе, главное, что я это знаю. Главное, что есть обман. И вот этого мне достаточно. У нас была революция гидности, а не просто вот какое-то, это то, что делают негидники. Я прекрасно понимаю, что сегодня власти необходимо наполнить Киев голосующими за Порошенко, чтобы увидели, что вот Киев за Порошенко, значит, никаких движений не будет. Мы это все видим. Но дух Украины, да, не только в Киеве. Вот мнение Украины, оно не только в Киеве, оно еще вот там вот в провинции, потому что провинция зарабатывает те же деньги, которые... Здесь распределяют бюджет в Киеве. У нас мы говорим о децентрализации, но тут же централизуем ту же самую медицину. Да? То есть медицина получает деньги откуда? Из Киева. Она уже централизована. Все. То есть реформа медицины привела к тому, что не на местах решают, что, где и как, а в Киеве будут решать, какой врач, какому будут платить, за какое количество пациентов. Ну, этим можно, конечно, спекулировать. Я надеюсь, что все это нормализуется. Но иногда не верится в это. Просто не верится. Если говорить про экономическую ситуацию в нашей Донецкой области, то она очень сложная. Почему? Потому что никто не видит, инвестиции туда не придут. Они не приходят в Украину, потому что идет война. А то они придут, когда мне рассказывают про инвестицию в Норвегии, солнечные батареи или еще что-нибудь. Ну, ребят, ну, это рисковый, ну, как сказать, это рисковый бизнес. Когда они видят, какой, ну, зеленый тариф какой у нас огромный, да? Они понимают, что там 2-3 цены получат. Вот и все. Они приходят за 2-3 цены. Это просто вот такой рисковый капитал, который пришел. Денег у Норвегии достаточно много, в связи с тем, что там у них есть энергоресурсы и так дальше. И они собираются из рубля, грубо говоря, из 1 доллара сделать 3. Из 1 норвежской кроны сделать 3.
Вот, вот почему. Это рисковый капитал, так сказать. Венчурный капитал, он всегда придет рисковать. И он придет даже на линию фронта. Но настоящий, реальный капитал, он сюда не приходит. Вот не придет. А к нам в Донецкую область совершенно не придет. Поэтому ну, нам необходимо делать упор на капитале местном. Именно разговаривать с местными там, капиталистами, буржуями, инвесторами и так дальше. Есть такие? Конечно. Деньги у нас в Донецкой области есть. У людей достаточно денег, но не вкладывают. Ну, вот, вот я сижу перед вами, да, ну, если хорошо покопаться, может, у меня миллион найдется, да, но я его не вкладываю, я не знаю, то есть я по-прежнему сижу на чемоданах, вот на чемоданах я не могу вкладывать ничего. Почему? Вы же вы боитесь, что начнется наступление России, или вам, вы не можете здесь начать бизнес, у вас нет условий, или вы опасаетесь, что у вас его заберут, или что? Скажем так, нет, вот, нет уверенности вот этой линии фронта, да, когда ты живешь на линии под обстрелом, ну, нас не обстреливают, но в зоне обстрела, и ты знаешь, что в любой момент террористы, с той стороны террористы. Что такое террористы? Ты начинаешь что-то строить, а тебе по телефону звонят. Ты же строишь вон там в такой-то точке, там, АБ, там, ну, координаты. Ну, нам ничего не стоит сейчас зарядить наше орудие и выстрелить, поэтому будешь платить там 5 копеек сюда. Да ладно, что так бывает? Ну, так, это ложь, это брехня. Ну, так будет. Понятно. Ну, так будет, обязательно будет. Почему? Потому что, вот посмотрите, что такое, вот, надо смотреть, вот, перекрытие Керченского пролива, да? Ну, я уверен на 300%, что это обычно просто снимают дань, да? То есть заплати чуть-чуть больше, и твой корабль проедет быстрее. Но это удорожание. Это просто удорожание. То есть это вот рэкет, государственный рэкет со стороны России, мы к этому тоже должны быть готовы. То есть, почему у Израиля все получилось? Потому что у Израиля есть обалденное ПВО, да? То есть, инвестор должен понимать, что его предприятия никогда не обстреляют, даже без того, чтобы платить на ту территорию какие-то нюансы. Его не обстреляют, и тогда он должен быть уверен. То есть, мы должны в первую очередь там обеспечить нас ПВО, именно вот ту линию разграничения. Хотя, с другой стороны, а что значит линия разграничения там ПВО? А в Харькове не нужна та же самая ПВО? А туда ближе к Чернигову не нужна? И, то есть, вот та вся линия, та знаменитая стена, о которой мы говорим, ее надо строить. Она стоит сумасшедшие деньги. Кто бы что ни рассказывал, как Петр Алексеевич там обеспечил ПВО вокруг Киева, я всегда задаю вопрос, вы вообще представляете, что так, какая это сумма? Это неподъемная сумма для Украины, а то для Петра Алексеевича, который там, ну, чтоб не рассказывали, сколько он там украл, даже тех денег, которые он украл, не хватит, чтобы построить нормальное ПВО вокруг Киева. Это сотни миллионов долларов, просто сотни миллионов долларов. Это просто неподъемно для сегодняшнего состояния Украины. Неподъемно. Да, у нас есть героизм, да, у нас есть прекрасные солдаты. Да, мы их остановим, я уверен, в наших солдатах, я просто знаю, что они их остановят, и никакого наступления там они не пойдут. Когда я слышу о том, что 100 500 танков собираются ударить в лобовую через три линии обороны, я всегда улыбаюсь, я говорю, ребят, пойдите в Харьков. 60 километров, трех линий обороны нет, вы будете в Харькове через 5 минут. Но та же Россия, хорошо, вот Россия пришла на танках, да, ворвалась, прибежала сюда, захватили. А что она дальше будет делать? Вот захватила Киев, что дальше делать? То есть неопределенная территория, под санкциями будет обязательно и так дальше. Они не знают, как прокормить 3 миллиона тех, кто находится в оккупированной территории, а то еще кормить такой огромный большой кусок. Это, ну, это глупо, особенно в современных условиях, когда тому же Дерипаске проще купить пол Киева. Ну, если Дерибаска захочет, он просто купит пол Киева. Да, точно. Даже как сейчас? А чего? В чем? Кто ему запретит? Ну, кто запретит купить какой-нибудь офис здесь? Кто запретит купить предприятие на торгах? Да, там? Ну, у нас же работает его предприятие Николаевский глинозёмный. Прекрасно работает, прекрасно отправляет глинозем в Россию, где из этого глинозема там получается алюминий, который идет там, я не знаю, на ракеты, на самолеты и так дальше. То есть мы помогаем сегодня военно-промышленному потенциалу России. Без нашего глинозёмного им было бы потяжелее и так дальше. То есть нет вот той стратегии, нет вот того правильного видения, что необходимо делать, да, по отношению к России. Мы говорим, мы у них не закупаем газ, да. Ну хорошо, и это правильно. И всегда, когда идет война, третьи стороны помогали в экономическом взаимодействии между двумя воюющими странами. Это всегда правильно. Это для патриотизма хорошо, да? Но с другой стороны, я не вижу, чтобы газ шел в обратную сторону. Ну, он идет по трубам в обратную сторону к нам, в Донеччину? Нет, ну все равно мы получаем его там от России. И это правильно, ничего страшного. На политическом уровне мы должны говорить, мы не покупаем газ России, хоть у нас там немножечко и российский. Это все правильно, и тут я поддерживаю власть 300%.
Но когда тут же мы рассказываем, что вот в том направлении пошли что-то еще, ну давайте закупать те же самые твеллы российские, но не напрямую в России, через третьих посредников, через четвертых посредников. Так тогда придется заплатить еще и посредникам. Да, уже, да. Но война... денег не осталось. Да, я согласен. Это будет, к сожалению, намного, да. Это будет намного дороже, но это не будет так расхолаживать тех же ребят, которые находятся вон там на передовой, да? Когда человек находится... Хорошо, сегодня блокада, да? Она очень морально... Ну, чуть-чуть лучше стало в войсках. А извините меня, когда ты сидишь, тебя обстреливают, а рядом проходят железнодорожные составы, тебя всю ночь обстреливают с той территории, а тут идут железнодорожные составы, и каждый солдат говорит: а подожди, а что я воюю, там торгуют, а я воюю. Ну, для морального духа это обалденно. И блокада, и прерывать все торговые отношения с Россией – это обалденно, это правильно. Другой вопрос, что, может быть, через третьи территории, да, мы должны заплатить за вот, эту, ну, за вот этот моральный дух, а иначе мы расхолодим армию. Да? Если сегодня генерал имеет право торговать, если сегодня президент, главнокомандующий имеет право торговать, да, с Россией, то кто сегодня запретит солдату торговать с Россией? А этого нельзя, нельзя этого допустить, потому что вот этот моральный дух – Он главный. Без этого морального духа ни одна армия не может устоять перед другой армией. Без этого морального духа. А с ним нужно работать. Плохо, конечно, вот смотрите, почему я всегда говорю, что есть возможность, экономические возможности у Донецкой области точно так же, ну и Луганской области. Это обслуживать наши военные базы. Мы прекрасно понимаем, что войска оттуда не идут. Давайте думать госзаказы, в первую очередь, с этих наших военных баз, да, как мы их назовем, для местного населения. Мы должны их обеспечивать едой, мы обеспечивать их там, ну, всем спектром огромных услуг, именно чтобы их обеспечивал не какое-то где-то там далеко, а именно на месте. Именно на месте. Сегодня должны там военные сказать, нам нужно там 100 тонн картошки, там, я не знаю, там 100 тонн буряка, там еще и так дальше. И где-то на местах вот здесь, может быть, их вырастили. Я, конечно же, утрирую эти моменты, но вот так вот, где-то поближе мы должны... Ну, чтобы сохранить какие-то рабочие, да, места и, конечно, запустить регионы. Конечно, давайте скажем, да, так. Угу. Постоянно танки, там, любые самоходные наши артиллерийские установки, ну и все остальное вывозят там в Харьков и так дальше, там масло поменять, где-то, ну, подремонтировать, ну, что-то отремонтировать. Ремонт мы видим, как постоянно туда-сюда мотаются, ничего там страшного нет, но у нас огромное количество предприятий, да, машиностроительного комплекса. Неужели нельзя нашим предприятиям сказать: ты будешь обслуживать там то-то, то-то, то-то и то-то. У тебя должны быть такие-такие, ну, изучить хотя бы, что наши могут, да. Вот когда-то у меня был разговор с одним человеком, не буду называть с каким, и вот мы, кстати, тоже на эту тему говорили, он человек влиятельный, он говорит: да ты знаешь, мы вот дали вашим делать определенные заказы военные, а они не подняли зарплату, и они не взяли ни одного дополнительного рабочего. Ну, я говорю: подождите, ну вы же просто дали, вы с кем договаривались? Вы же договаривались с тем бизнесменом, да? Вы ему дали по существу просто заработать. Вы не поставили ему условия: дорогой, мы даем тебе большой заказ, военный, пожалуйста, там, обеспечь вот это, вот это, вот это. То есть это все, все вопросы решаются. Я думаю, если бы вы ему сказали, что мы дадим тебе военный заказ на такую определенную сумму, ну, пожалуйста, зарплата должна быть там. Условия такие-то. На 1000 гривен больше у твоих рабочих и так дальше. Я думаю, что любой бизнесмен, ну, вы же понимаете, что такое в бизнесе, когда ты знаешь, что у тебя купят. Ведь главная проблема бизнеса не сделать, а продать. И когда у тебя есть потребитель, ты, ну, намного проще ты организуешь всю эту работу. То есть я считаю, что Донецкая область должна работать именно по госзаказам. Максимально по госзаказам. Это называется протекционизм. Меня за это ругали. Вот как ты можешь? Все должно быть через Прозоро. Я говорю: подождите, на войну идут по Прозоро? Нет. Значит, мы попали, Донецкая и Луганская область по Прозоро попала на войну. Да, вот мы выбрали, вот мы себе захотели, у нас стала война. Почему мы должны иметь такие же условия там, где нет войны? Там должны быть какие-то льготные условия. Ну, пусть не льготные, а... Ну, понятно, что не должно быть там в 3-5 цен выше. Но все знают, сколько стоит там сделать тот же самый миномет, да? Ну, знают, сколько это стоит. Скажут: ребята, мы вот по этой цене у вас их купим. Вы сделаете сколько там? 1000 штук. Все, мы будем делать 1000 штук. По этой цене. Понятно, что можно вывести в 3-4 раза. И не надо мне рассказывать, что кто-то сделает дешевле и так дальше. Здесь еще необходимо подкормить. И вот у нас там есть такая знаменитая
ей хвастаются, программа «Украинский куркуль», когда человеку дают полмиллиона, да, вот человек с улицы, ему дают, на тебе полмиллиона, ну, сейчас уже стали уже по чуть-чуть ограничивать и так дальше, потому что побежало много людей, ну, на халяву получить из бюджета полмиллиона. Я вообще никогда не понимаю, что такое бюджет дают деньги предпринимателю. Я всегда думал, что предприниматель дают деньги бюджету, да? Что это за программа такая? Но программа, где это вы такую программу нашли? В Донецкой области у нас есть такое знаменитое донецкий украинский куркуль. Когда приходит человек и говорит, я хочу выращивать помидоры, дайте мне на раскрутку. Ну вот ему дают там полмиллиона. Он написал там... Из государственного бюджета или из местного бюджета? Ну, из бюджета, областного бюджета, и с местного бюджета, в которых нет денег. Почему ее тормозят и немножко... Ну, представляете, местный бюджет, он стоит и думает, ему надо отдать 250 тысяч своих денег, ну, предпринимателю. Я всегда говорил, дорогие друзья, там заложено было порядка 300 миллионов. Я говорю, слушайте, за 300 миллионов мы поставим несколько заводиков, ну, если так, пусть государственных заводов, где мы примем на работу, вот 300 миллионов, это по существу 600 куркулей, так называемых. Слушай, я говорю, за эти деньги можно поставить несколько предприятий, на которые будем давать государственные заказы нормальные, и у нас там будет 1000 рабочих. Ну, то есть намного больше, чем вот этих знаменитых куркулей. И уже обслуживать вот этих 1000 рабочих будут вот эти знаменитые куркули. Ведь предприниматель, еще раз говорю, достаточно у нас денег в области, достаточно у нас предпринимателя в области. И они готовы работать, только они не знают, ну, во что вкладывать и для кого вкладывать. Если народ нищий, у народа нет денег, ты, понятное дело, ты не будешь строить тут же ресторанов огромное количество и так дальше. Ты нет, не будешь, покупателя никакой. Нет покупательной способности. Нет. Сначала мы должны дать покупательную способность. Давайте дадим покупательную способность, а куркули сами вырастут. И вырастят сами и так дальше. Потому что вот этот риск, а все началось когда еще? Когда иностранцы давали по 1000 долларов на раскрутку. Да? Ну, человек говорит, я хочу быть предпринимателем, там 600 долларов, 800 долларов иностранцы давали, там японцы и так дальше. Я тогда и им говорил, ребята, вы дали 20 миллионов там, долларов. Ну возьмите, постройте за 20 миллионов долларов здесь какое-то серьезное предприятие, на которое будет ходить вот... вот. Просто, что такое средний класс? У нас всегда неправильно мы понимаем, что такое средний класс на Западе. Средний класс на Западе – это даже тот же самый рабочий, который имеет нормальную работу. Он средний класс, он получает достаточную зарплату и кормит дальше. Вот я был в Испании, да, и мне говорят, что испанцы никогда не готовят дома. Почему? Потому что они пошли в ресторанчик и там покушали. Он целый день на работе пришел. А на весь там дом, на весь там маленький квартальчик есть ресторанчик, который знает, ага, там, тот будет вот это, тот будет вот это, тот будет вот это. Он для них готовит, он просто не ходит на работу, а по существу готовит за них и так дальше. И они больше общаются. То есть они тратят дальше, тратятся деньги вот тем людям, кто их обслуживает. Не просто в карман, а и когда вот у нас был там гид, он был, понятное дело, Советского Союза, он говорит, вы знаете, вот мы здесь живем лучше, мы дома питаемся. Испанцы питаются вот у друга, да, там у друга в ресторанчике, а мы дома, мы сами сварили, у нас еще остались деньги, мы не потратили их на ресторан. То есть мы там вносим так как бы свою культуру. И вот эту культуру, вот эти, пока мы не дадим госзаказов, пока мы не будем развивать вот в нашей Донецкой области вот эти все вопросы, ну не придет туда никакой инвестор, да. И государство должно показать даже местному инвестору, да, мы должны показать, что... И просить даже иностранцев, да. Вот если будет какое-нибудь там предприятие, и там будет висеть японский флаг, поверьте, если японцы здесь, значит, они что-то знают. Знаете, у нас всегда что-то знают, значит, уже можно вкладывать. Значит, можно, уже да. Можно, да, уже можно не бояться, можно вкладывать. Не, у нас есть предприниматели, которые, да, не боятся, вкладывают. Но это часть, знаете, вот эти аполитичные, аполитичные люди, которые считают, ну, хорошо, ну, придут русские, захватят. Мы будем точно так же работать. Никуда мы не денемся. То есть люди не испытали вот этот вопрос, что ты попадешь под санкции, и цена твоей продукции будет 2, 3, 4 раза ну, дешевле. Это тоже мы должны об этом рассказывать. Мы все понимаем, что было Приднестровье, да? Ну, Приднестровье же работает. Но никто не рассказывает, что Приднестровье не торговало напрямую там своим металлом, а через какие-то обходные вещи, и поэтому там более нищее население, потому что олигархам Приднестровье платили там не 300 долларов за тонну, а 100 долларов за тонну и так дальше. Они продавали через Сингапур, через все там 38 страны и так дальше. То есть все это было. Никто пугает, что все становится... Ну, может быть, это не пугает, но мы должны четко объяснить, что ты попадаешь под санкциями эта территория, и ты будешь работать за копейки. Твои предприятия будут работать за копейки. И, знаете, вот тогда должно еще у наших бизнесменов где-то в голове, подожди, так лучше я буду в Украине, с Украиной и так дальше. И тот же военный налог, да, который, ну, понятное дело, что мы все не любим платить налоги, никто их не любит платить.
Но он отдавать будет, понимая, что он отдает их не просто так, вот куда-то, в неизвестное, в непонятно кому, а я их отдаю, вот, чтобы мое предприятие завтра не было именно под санкциями, было захвачено, не было вот в какой-то непонятной территории, непонятной, так сказать, сообщности, и там, чтобы мы не проиграли. Этого нет. Вот нет этого. Мы все, что хотим, делаем, кроме вот этих моментов. Мы пытаемся рассказать, как мы открываем там ФАП. Вот у меня всегда вопрос. Вот мы открыли ФАП, да? Прекрасно, новый. Потратили на него денег больше, чем... А ФАП это, извините? Фельдшерско-акушерский пункт. А, вот. Мы его открыли. Я же говорю, мы потратили денег там больше, чем необходимо. Там кто-то украл, не украл, это уже второй момент. А у меня вопрос. А ФАП попадает в медицинскую реформу? Есть ли в этом ФАПе фельдшер? Есть ли в этом ФАПе врач? Будет ли там вот этот человек работать? У нас сегодня медицинская реформа, и мы говорим о том, что наберет ли этот врач и так дальше в сельской территории то количество 2000 пациентов, которые ему необходимо. Наберет ли он их или не наберет? Есть ли у него автомобиль? Одно дело в городе набрать, да, 2000, в маленьком, ну, в микрорайоне ты набрал 2000 своих пациентов, и можешь в шаговой доступности до своих пациентов ты и живешь, и работаешь. В селе ты не будешь 2000 в шаговой доступности. А у тебя на каждого пациента дают ровно столько же денег, сколько и для сельской местности. И есть, и вот таких вопросов в каждой реформе миллион. Мы делаем реформу децентрализации, закон на двух страничках, да? А потом не знаем, что с ним делать. Мы делаем реформу медицинскую на двух страничках, а потом возникает еще масса вопросов, вот такие, как вот сельский врач и такой. А чем отличается, чем хуже сельский врач? Нам там реформаторы говорят, ну пусть местные доплатят сельскому врачу. Так подождите, если мы уже будем доплачивать сельскому врачу, значит это уже не та реформа из местного бюджета. Не, ну а как вы хотели, а все это необходимо, тогда извините меня, не вот там в Киеве должны распределять деньги, а дайте мне мои деньги сюда, и мы здесь будем распределять, да? Может быть, городскому дать не 470 гривен на человека, а 400 просто гривен, а сельскому дать на 70 больше. Ну это ж можно выделить это все, изменить это все. Ну хотя, с другой стороны, когда я слышу 470 гривен на год на медицину, на человека, ну это смешно. Просто смешно, этого не хватит, это профанация. Просто не нужно, необходимо делать вот эту профанацию. Если в Грузии там минимальная страховка порядка 50 долларов на месяц, да? Хочешь, не хочешь, ищи. Для грузин это неподъемные деньги. Ну, скажем честно, это для грузин это реально неподъемные деньги. Но они стараются, и там где-то работодатель добавляет денег, чтобы он смог заплатить страховку. Но когда, я понимаю, когда 50 долларов на месяц на медицину, да, страховую идет, я где-то что-то могу понять, что да, это возможно. Но когда идет 470 гривен на год на лечение одного человека, ну не верю, вот не верю. Вот просто не верю в возможности подняться. Когда мне рассказывают, вот посмотри, какая реформа произошла в медицине, сколько теперь много получают врачи и медсестры. Я говорю, подождите, реформу делали, чтобы получили зарплату врачи и медсестры, или для того, чтобы было качество обслуживания, ну, то есть качество медицинских услуг? Ну, опять начинают, да, вот, ну, вам скажи, вы, как вот на Кремле у вас будет криво этот стоять, трезуб. Ну, конечно, но если мы его криво, трезуб сразу, давайте не криво его сразу ставить, трезуб, давайте его ставить сразу прямо, сразу рассматривать. Хотите поднять зарплаты? Поднимите им. Когда мне говорят, вот человек будет выбирать сам своего врача, я всегда спрашиваю, а кто учился специалистом на то, чтобы выбрать врача? Ну как, мы же можем, а как ты определяешь, это хороший врач или нехороший? По внешнему виду, курит, не курит, да? Как ты его определяешь? А вот мне соседка сказала, а что он? Ну он же разрешил вот вместе с антибиотиками еще по 50 грамм коньяка. Ну конечно он хороший, конечно это хороший врач, но он хороший, только не врач, он хороший человек и будет получать 470 гривен. А тот врач, который злобный, агрессивный, можно сказать, циничный, который запрещает тебе 50 грамм коньяка пить с антибиотиками, конечно же он плохой, и кто же его будет выбирать? И мы доиграемся вот до этих вещей. Почему я, допустим, за страховую медицину? Потому что страховая компания четко понимает, где хороший, у нее есть специалист, который разбирается, вот этот хороший врач, вот этот плохой врач. С хорошим врачом мы заключили договор, и, соответственно, ты, как мой пациент и как мой клиент страховой компании, должен именно к этому врачу, потому что он хороший, он тебя будет лечить, я меньше потрачу денег на твое лечение, ты будешь здоровым, он будет за тобой ходить за профилактикой. А этот плохой, я с ним не буду заключать контракт, он не интересен. А сейчас, ну как,
вот это, когда говорят, есть людская молва, и она лучше понимает, глупости все это. Каждый человек – это особенность. И тебе повезло, вот просто могло быть повезти, не врач хороший, просто вот повезло. Ну, так, ситуация так сложилась. Да, стечение обстоятельств и так дальше. И когда ты не специалист, все-таки все должны заниматься специалистом. Если мы говорим, у нас просто не работает система, да? Вот та же супруга, она должна была наладить систему. Когда мне замминистра, вот он приезжали к нам, я говорю, а вы перед тем, как начинали реформу, вы узнали, чем болеют украинцы? Ну, чтобы понять, сколько стоит в год украинец, надо понимать, чем он болеет, сколько будет стоить лекарства, сколько будет стоить обследование и так дальше. Ну, хотя бы статистика средняя, статистику, да? Статистику, да. А он мне говорит, замминистра говорит, вы знаете, мы не верим в наши статистики, мы годика через два узнаем, чем болеют, у нас теперь будут вот эти врачи, ну, непонятные, да, которых выбирают простые люди, вот они нам как бы дадут правильную статистику. Но если ты не можешь навести порядок в своей статистике, как ты можешь идти дальше? То есть, если ты не знаешь, ну, знаете, как зашел в темную комнату и ура, а куда ура, вправо, влево, что ты делаешь, ну, хоть чуть-чуть, ну, анализируйте, ну, хоть, ну, вот у меня такое впечатление, что, ну, закончилось аналитическое мышление, да, мы стали людей набирать по объявлению, да, вот, ну, что такое конкурс? Люди по объявлению. Объявление дало, пришел человек на конкурс. Конкурс выиграют психопаты. Ну, психопаты, нормальный человек, иногда ему трудно. Вот. Что такое конкурс? Это выигрыш короткой дистанции. То есть экзамен, час идет экзамен. То есть не то длительное время, которое ты должен работать, там год, два, три, ты... А ты час, то раз, быстренько нашел быстро какое-то решение, нашел какие-то знания, там всего законодательства 800 или там 1000 вопросов и ответов, там еще что-то. И вот, ну, конкурс не всегда дает лучший выбор, да? Ну, не всегда дает. Ну, просто мы психиатры, мы знаем, что лучше сдают экзамены психопаты, лучше сдают конкурсы психопаты. Это в хорошем смысле, пусть не обижаются. Ну, пусть не обижаются, знаете, когда-то вот... Когда... Поздно, уже обиделись. Да-да-да, уже обиделись. Я думаю, зря я это сказал, потому что люди обиделись. Потому что, знаете, вот есть нормальный, спокойный человек. Он нормально выполняет свою работу. То есть ему дана работа, он ее выполняет в течение там недели. Но когда... Но он не может что-то сделать за час. Ну, не может. Он просто не способен. Ну, вот такой по характеру. А конкурс это должен за час доказать, показать. А он не может за час доказать, показать. Потому что он будет работать вот такое время. А она вот здесь и сейчас. И он выиграл, а потом он вот этот стремительный, он победитель. Что такое победитель конкурса? Это человек-победитель. И он придет на работу, и он там пытается побеждать. А иногда на рабочем месте не нужно побеждать, нужно работать. А ему там захочется побеждать. И когда у вас в отделе будет сидеть 5 победителей, вы представляете, что это будет? То есть вот не будет, когда каждый хочет доказать, что он лучше и так дальше. Ну, это психологические вещи. Все-таки мне тут скажут, опять набирать, вот по знакомству и так дальше. Я считаю, что мы назначили человека, мы ему доверили, да? А как он дальше будет набирать людей? По конкурсу, по знакомству и так дальше. Он должен показывать результат. Это его право, как набрать людей. Вот я работал в госслужбе, да, там... У нас там какие-то взаимоотношения, может быть, не заладились, там мы там судимся, я сегодня не работаю, да. И я, с одной стороны, понимаю своего губернатора, но не хочет он со мной работать, и он должен взять и меня уволить. Вот иметь на это право. Может быть, ну это глупо, может быть, ну он отвечает за результат, да. Я не подхожу ему по каким-то там, я не знаю, там по половым признакам, допустим. Ну не подхожу по половым признакам. Ну, может быть, это неправильно. Искать надо какую-то середину. Вот, потому что приходит новый человек, ему дают, наследство остались вот непонятные люди, которые способны и не способны работать. Да? С одной стороны, это защита для тех же самых держчиновников. А с другой стороны, а как я могу работать с людьми, которые ну, не способны, которые не улавливают то, что я хочу, которые не идут вперед, как я хочу и так дальше. И вот тут, опять же, мы не можем никак придумать вот ту грань правильности, чтобы остальные и волки были целые, и овцы сыты. И так не будет. И, к сожалению, человек так устроен. Мы никогда не найдем ту золотую середину. Почему? Потому что человек, вот, существо нестабильное. Да? Сегодня я плачу, а завтра смеюсь. Именно с одного и того же момента. Вот именно с одного и того же момента. А вот стабильность, если говорить, как проголосуют, вот, с вашей точки зрения, какие настроения? Вот сильна ли по-прежнему, сильно ли влияние бело-синего лагеря? Есть ли какие-то, ну вот явные, знаете, только за них? Или, ну вот интересно же, что там у вас в регионе-то происходит? Ну смотрите, я могу поспорить, что явка будет не больше 30%. И у нас ее никогда не было много. У нас рисовали результат. Не больше 30% не верю. Ну, конечно. Ну, вы же понимаете, ну вот я вспоминаю там те же явки. Просто...
Самая была максимальная явка, это второй-третий тур 2004 года. Вот тогда была явка. Да, реально, когда накрутили. Ну, там Майдан был. Да-да-да, накрутили. Да, да. Сегодня нет вот этой накрутки нет, и люди не знают, за кого голосовать, совершенно не знают, за кого голосовать. Да, они уже запутались. И я думаю, что они не придут. Вот не придут. Они таким образом хотят показать, некоторые хотят показать свой протест, не за кого голосовать, и плюс я вам покажу. Но, к сожалению, у нас люди говорят, я не приду на выборы, я вам покажу. Да ты сам себе показываешь, ты должен прийти на выборы. Сегодня у нас сколько там, говорят, 89 кандидатов. Но если ты с 89 кандидата не можешь найти своего, ну, хорошо, тогда тебе цена, я не знаю, или ну, специалисту ищи его. У нас всегда была маленькая явка. У нас больше рисовали, ну, не было никогда у нас поддержки там Виктора Федоровича в 90%. Никогда не было. То, если у него было там 30%, то и слава богу. А результат рисовали. Будут ли рисовать в этот раз результат? Ну, будет опять пытаться нарисовать. Ну, будут пытаться. Мы об этом будем все видеть, все знать. Ну, такого лидера, скажем так, тот. Ну, ну вот бело-синие по-прежнему в фаворе, ну, вот или смотрите, нет? Бело-синие, да, ну. Бело-синие. Вот у нас есть там, теперь у нас придумали бело-синего Вилкула, да. То есть вот сидит наш, так сказать, избиратель. Он этого Вилкула знать не знал и никогда не видел. А ему приходят, говорят, а теперь у нас Вилку. Для него он в полном шоке, потому что он не знает его. Вилкула надо раскручивать еще. Ну, а тут еще и Бойко у нас есть, да, который тоже как будто бы свой, тоже как будто бы бил себя. А тут еще и Мураев по телевизору, с телевизора не сходит, он вообще как бы должен был быть своим, а тут... И вот, вот эта вот запудренность людей, запутанность людей, она настолько максимальна, что я не верю, что какие-то будут стройные ряды. Единственное, чем я уверен, да, сегодня, что у нас будут стройные ряды за Петра Алексеевича, да. И вот. Очень интересно, я нет, просто. Это я опять же утрирую. Почему? Потому что, ну, понятно, там. То есть Донбасс проголосует за президента. Я буду в шоке, конечно, но мы можем увидеть вот это шоу, да? И когда мы увидим это шоу, я думаю, в том же Львове это для них будет холодный душ, да? Когда они, получается, вместе с ватой проголосовали одинаково. Когда Донбасс патриотичнее Львова практически. Армавир победит, но Армавир может победить только в одном случае, если будет вброс. Вот будет вброс, вернее, нарисованность. У нас давно не... Вот у нас себя проверили, кто-то приходит и пачку выбрасывает бюллетени. Ну да, мы так думаем. Никто никогда бюллетени не выбрасывает. Есть протокол, его заполняют левой и правой рукой, так как надо, над правильными цифрами. Вот. А если пересчитать потом на участке, что? Ну, мы пересчитывали, не находили. И что? Ничто. И ничто? Ну, хорошо, вы же понимаете. Ну, вот я вспоминаю 2006 или 2007 год. Ничто. Не, 2007 год. 2007 год, вот эти вторые, вот это, когда у нас разогнали парламент, Ющенко разогнал парламент, и мы уже все усталые, все уже все позвонили, все уже знают результаты, что коалиция оранжевая опять победила, бело-синих в топку, ну и приводят последние там это... Ну, немножко они там ошиблись, а давайте пересчитаем. Ну, чаще всего окружная комиссия же не дает пересчитывать. Вот не дают. Ну что, ну не пересчитали, там, что там лежит, это уже второй момент. Кстати, в 2004 году, я вам скажу, было так, что люди голосовали непонятно чем, а бюллетени настоящие уже лежали с отметочками правильными. И протоколы были правильные, а вы голосовали там, ну, печеньками или как-то, вот, печенье были, но левым бюллетенем. Ну, сейчас я вам буду рассказывать все это в прямом эфире, как это делается. Так, это же самое интересное, вы что? Господи, ну делается, да, уже ну, это, смотрите, мы чуть не ну, знаем. Вот вы приходите на участок, чаще всего вы не знаете, как отличить бюллетень. А если еще бюллетень печатался примерно, ну, деньги делают, печатают одинаково, а то бюллетень не сделать одинаковым. То есть бюллетень печатается вот точно такой же, вам дадут второй, ну, это вообще классная махинация. То есть вы непонятно, чем голосуете, а там настоящие уже сложены правильно. Но чаще всего никто этим не заморачивается, потому что это сложно, это вылезет обязательно. Проще нарисовать результат, привести результат, подкупить кого-то, а потом хочешь судись, ну иди судись. Через сколько там? Лет через 10 ты выиграешь суд, а уже следующие выборы. Вот так у нас больше идет. Ну да ладно. И вот я скажу так, 7-й год, да, привезли женщины, все, ну, понятное дело, мы все уже знаем, ну, никто уже ничем не борется, все уже примерно определились, кто победил, ну, давайте пересчитаем. Я как представитель оранжевого фланга говорю, слушайте, ну, все уже понятно в стране, зачем будем пересчитывать, ну, давайте закончим и отвезем протокол, ну, устали уже. Вот это, кстати, вот это устали, если вы помните, в конце 90-х никто по трое суток не считал. Да, вот это вот интересно. А сегодня мы считаем по трое, по пятеро суток, по 10 суток, никак не можем насчитать. Ну, неужели непонятно, для чего?
чего это делается? Когда человек выматывается, он просто выматывается, он говорит, слушайте, да уже пишите уже, что хотите, только я уже хочу домой. Вот и все. И вот когда пишите, что хотите, человек уже не знает, что хотите. Вот звездный час и наступил. Да, звездный час не просто наступил, он еще наступил раньше, еще до этого. И чаще всего, что требует всегда, вот я противник, допустим, честно скажу, я противник того, что партии в члены комиссии посылают своих людей. То есть партии занимаются вместо того, чтобы агитировать, заниматься делом, они занимаются тем, нужно подготовить, послать своих людей. Что такое послать своих людей? Это нужно заполнить огромное количество документов, чтобы там было все запятые, все расставлены. Ну, а наблюдатели, это же важно. Вы же сами только что сказали. Наблюдатели. У него же какой-то долг внутренний, смотрите, моральный такой, вот когда ось. Когда есть моральный, то это хорошо. Но чаще всего это просто набрали количество людей, которым запретили определенное количество денег. На местах нет такого количества людей, там моральных, и осей, и так дальше. Есть люди, которые вот пришли выборы, ага, нам дадут 500 гривен за протокол. Вы же понимаете, когда я сдам штаб протокол, мне за это дадут 500 гривен. Все. И какой смысл от него? Я иногда смотрю, как партии тратят огромнейшее количество на таких вот людей. Я всегда думаю, как жалко, лучше бы эти 500 гривен потратить на какую-то агитацию, на какую-то вот, ну, пропаганду. Ну а если не защитить результат, агитирую, не агитирую, вы все знаете, равно результат, вы же сейчас прекрасно сказали. Нет, ну смотрите, как угодно, защитить результаты. Ну если такие люди, они же не защищают результат. И понимаете, одно слово, понимаете, мы прошли революцию гидности, но по-прежнему нужно защищать результаты. Да. Ну, это страшно. Да, стыдно. Вот, знаете, когда мы сегодня говорим, что нам необходимо защитить результаты, и мне становится стыдно, за чего мы там были на Майдане, да? За чего пацаны погибали. Вот это. И сегодня нам нужно защитить результаты, знаете, от кого? Не от Януковича. Нам нужно защитить результаты от Порошенко, который выходил на тракторе. Вот это страшно. Он выходил на тракторе на Майдан, и сегодня мы от него должны защищать результаты. И вот для меня это стыдно, страшно, неудобно. Как я буду об этом сыну своему говорить? Ему 17 лет, он не участвует в выборах. Вот что я ему расскажу? Знаешь, сынок, мы вот вышли на Майдан, и теперь сами от себя нужно защититься. Нам нужно самим от себя защититься. Мы пришли, за 5 лет мы пришли к тому, что нужно фальсифицировать выборы. Не просто, ну не получилось, отошел. Так бывает, ничего страшного. Вот у меня не получилось. Не получилось сделать то, что я хотел. То, что получилось. Ну что ж, я отойду в сторону. Через 4-5 лет я вернусь и доделаю. Ну, если меня изберет. Да. Ничего в этом страшного нет. А мы сегодня говорим, нет, мы будем держаться до последнего, мы будем умирать. Ну, ладно, вернемся к этой бедной женщине 7-го года. Ладно. И вот я говорю, не надо, мне говорят, давайте. Ну, мы начинаем пересчитывать. Мы пересчитываем, понятное дело. И, понятное дело, находим в бюллетене, без росписи, без ничего. Ну, то есть, которые надо выбросить, и их нельзя зачитывать. И вот эта плачущая на взрыв, голова комиссии вовсю, она ревет, ну, грубо говоря, один участок, мы все убираем, потому что фальсификация, все. Я ей подхожу, говорю, да ладно, не плачь, мы не будем говорить, там трое детей, я понимаю. А она плачет и говорит, а что я скажу директору шахты? Для меня вот был шок, понимаете, она не думает о том, что она должна на 5 лет сесть в тюрьму. Что она просто сфальсифицировала выбор. Просто положили они эти бюллетени без ничего. Тогда они ложили за Симоненко и за Януковича. Прям, ну, вот, я же вам говорю. Тогда же была коалиция коммунисты с регионалами. И вот за них были подложены бюллетени. Нагло, цинично. На другом участке, помню, мы тоже там срезали. Ну, та же самая ситуация. То есть два участка у нас было. Только мы это в день выборов срезали. Ну, я так понял, что, видно, прошла команда, и Ющенко был президентом. Пожертвовать участком, мы смогли там все это на входе сорвать, и вот этот участок, который мы просто пересчитали. Все это делалось, сделалось и будет делаться. И вот это для меня ее слезы, когда она говорит, что я скажу директору шахты, я до сих пор понять не могу. И чтобы вы понимали, все-таки в Донецкой области вот это, что я скажу директору шахты, еще присутствует. И вот это страшно, что мы за 5 лет не дали человеку возможности не думать о директоре шахты, да? А думать о себе, о будущем, о своих детях, что она не боялась директора шахты. Она его просто не должна бояться. Она работает, выполняет свою работу и получает за это деньги. А у нас по-прежнему мы боимся директора шахты. И вот как директора шахты сработают, это будет. Но сегодня вот эта фальсификация, просто смотрю, как это все делается, да? Когда приезжают там... Уже видно, да? Ну, конечно. Ну, ходят вот эти по 1000 гривен, еще что-нибудь. Вот этот человек, который получил 1000 гривен и должен агитировать за Виктора... Ой, Виктор Федорович, господи, за Петра Алексеевича. Да, ну просто они по-другому не могут. Ну. И когда у них спрашиваешь, а ты за Порошенко? Не, мне 1000 гривен дали, поэтому давайте правильно вы мне тут
поставьте. Ну, вот самое главное, что Петр Алексеевич не знает и, наверное, не понимает, что внизу идет, ему фальсифицируют его же результаты. Ну, то есть он вообще не понимает, что просто его деньги, хотя, может, и не его деньги, я думаю, что финансируют немножко там другие люди, там мэры, я знаю, по чуть-чуть финансируют и так дальше. Знаете, когда свои деньги, и когда, помню, мне одна плакала, говорит, ну, помню раньше, да, на зал регионал приехали ребята, дали денег, мы сделали выборы, а сейчас приехали ребята, возбудили на меня уголовное дело и начинают рассказывать, делай дело. Ну так же ж нельзя, ну что это за гадость? Да, это хороший разговор. Ну да, я всегда говорю, поймите, когда мы делаем из человека раба, да, вот он под уголовным преследованием, ну не будет он, понимаете, у него, я объясняю этим нашим, ребят, вот смотри, ты возбудил на человека уголовное дело, он или тебе его сделает, да, боясь уголовного преследования, или не сделает. Он прекрасно понимает, что если придет другой президент, то уголовное дело снимется сразу от него. Он думает, да, может, я все-таки другому помогу, чтобы уголовное дело не было, потому что он не уверен, что вы его закроете, да. А с другой стороны, этот же человек думает, на меня возбудили уголовное дело, чтобы я сделала выборы. Но выборы Петр Алексеевич выиграет, он что подумает обо мне где-то в какой-нибудь там Константиновке или там, не знаю, там Делеевке какой-нибудь. Да он забудет обо мне и забудет это дело и так дальше. А выборы могут поменяться, да, и тот, кто его просил сфальсифицировать выборы, да, он же завтра же, он же никуда не денется, да, он как звание имел, так и будет, и новый президент скажет, дорогой товарищ, там же были фальсификации выбора, а давайте мы вот поймаем опять тех, да, и вот по линии, может, надо будет отчитаться к новому президенту, какие они молодцы, как они поймали преступную группу, и они вытащат всех, кого они сегодня заставляли делать фальсификацию, они же у них вообще уже под запись, это не то, что как сейчас ищут за референдум, все нормально, все вперед, все будет. Кстати, у нас будет очень большая проблема найти тех же самых членов комиссии, пока очень многие получили 110-ю статью по референдуму, а это практически те же самые люди, которые всегда были в комиссии, ну, те, кто занимался этими фальсификациями. А по какому референдуму? Ну, референдум вот этот, 2014 года. А, который в 2014 году, да. Это же одни и те же люди. Ну, какие? Ну, вы же понимаете, я еще помню... То есть опыт, он вечен. Да, ну, конечно, а кто, как вы думаете, на референдуме кто были? Те же самые, приходили люди и все. И вот они сегодня... Александр, спасибо, вы столько нам оптимизма просто принесли в студию накануне выборов. Детали такие просто. Не, ну, сегодня получился, может быть, наш разговор, знаете, вот такой где-то скомканный, где-то... Почему? По-моему, очень нескомканный. Нет, знаете, он получился такой на лавочке. Не было вот такого умного... Ну, он, может быть, хорошо, а умного у нас сегодня нет. Нет, спасибо за разговор на лавочке, мы мечтаем вообще на самом деле. Да, вот на самом деле он был хороший. Вот не хватает вот той аналитики нашего разговора. Почему? Потому что вот я за всем этим наблюдаю, да, анализирую, мне так смешно, и если бы это не было с Украины, вообще бы я веселился. И вот то, что мы говорим, с одной стороны, тут плакать надо, что у нас такая ситуация, а мы с этого смеемся, потому что если не смеяться, можно просто сойти с ума. Я уже привык, я вот пытаюсь превратить это в фарс, пытаюсь превратить в какую-то комедию, чтобы просто не сойти с ума. Потому что когда ты понимаешь, что как серьезно, что человек, который вчера стоял на референдуме, который, я не знаю, вот этих негодяев, террористов, кормил, поил, ходил возле ихнего гестапо, там, где они мучали наших пацанов, а сегодня он Петра Алексеевича олицетворяет. Ну все, вот закрывайся и туши свет, да, и мне вот жалко единственное парохоботов. Вот они единственные, ну вот они поврежденные мозгом. Когда им говоришь, ну вот этот же негодяй, он смотрит на тебя стеклянными глазами, начинает нести всякую чушь, и смотришь, думаешь, ну нормальный же был человек, неужели ты не видишь, что сегодня... У Петра Алексеевича команда, состоящая из тех людей, которые делал русский мир. Потому что другой команды нет. Она команда одна. Команда фальсификаторов одна. Им что за Януковича фальсифицировали, что за Порошенко фальсифицировали. Что, честно скажу, там мы вот находимся, я понимаю, в какой студии. И за Тимошенко они будут фальсифицировать, да? Секундочку. Нет, я просто, знаете, как... Я говорю о чем, что... В нашей студии очень многие находятся, поверьте. Я говорю, что это настолько беспринципные люди, и они есть, и ими пользуются, что просто страшно. Вот страшно именно за Украину, что они все, что хочешь, принесут тебе, все, что хочешь, сфальсифицируют, все, что хочешь сделать. Вот это страшно. И за Зеленского они, если надо будет сделать, будет приказ, да? И там за нашего Шевченко там сделают, и за любого сделают. Если будет приказ, Игорь Шевченко, да, шапочник, да, вот я просто на Игоря смотрю, для меня Игорь совершенно другой человек. Когда я вижу, что он ворует шапки, да, что он хочет жениться, там, что еще, вот этот бред, я никак не могу понять,
в какой стране я проснулся? Я Игоря Шевченко знаю совершенно другого человека, разумного, нормального юриста. А может, его так политтехнологии научили? Ну, прям понимаю, ну как? Ваше удивление искренне, Александр. Да, ну я говорю, зачем, Игорь, ну зачем? Ну ты же нормальный человек. А что он отвечает? Мне просто интересно. Да ничего он еще не отвечает. Ну, потому что он работает еще в этой ерунде, да. Я же прекрасно знал, что никакие шапки не были сворованы. Ну, я прекрасно знал. И когда кричали, шапки сворованы, я говорю, ну вы посмотрите на это видео. Он просто берет шапки, стоит охранник и ноль внимания. Никто не ворует там шапки, там раздаются. Но это из вас делает дураков. Понимаете, вот это информационное пространство, которое делает из народа дураков. Я всегда говорю, ребят, вы понимаете, мы попадаем в Россию. В России 86%. Вот это страшно. Мы, когда мы рвем на себе тельняшки, чем мы Украина, мы не Россия. Подождите, подождите. Но когда вам рассказывают вот бред, и вы в него верите, ну разве это не Россия? Ну, для меня, допустим, для меня то, что было с моряками, это была сдача в плен наших хлопцев в Керченском проливе. Неужели у нас такие тупые люди, которые не понимали, насколько они рискуют, посылали на риск ребят? Если, когда мне говорят, а кто знал, что русские их схватят? Тогда я говорю так, что если никто об этом не знал и не думал, это еще хуже, чем если бы это сделали специально. Это говорит о том, что нами руководят дураки. Вот это страшно. И вот страшно, что из нас делают дураков. Александр, я вам искренне благодарна, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я вам очень искренне благодарна, что вы действительно, как я вас и просила очень вначале, позволили нам почувствовать по-настоящему. Вот. И еще, конечно, спасибо вам большое, что вы вот все это так с определенной иронией осветили, потому что правда не хватает в жизни каких-то улыбок. Потому что это правда. Когда все воспринимаешь происходящее серьезно, то действительно можно и с ума сойти, это правда. Александр Миланченко был сегодня у нас в гостях. Александр, приезжайте, заходите в гости с новостями, вот, потому что у вас очень много интересных подробностей. Спасибо большое. Пожалуйста. Оставайтесь с нами, это был Укрлайф.